Приветствую вас. С вами ХТЗ Трактор. В этом уроке я вам расскажу, как создать и прописать сектор на карте галактики. Для этого нам нужно три программы, которые я вам покажу. Итак, приступим. Открываем программы нашу карту, смотрим, куда мы хотим вставить наш сектор, затем его соединим и пропишем. Дальше смотрим внимательно. Я показываю, что делаю. Здесь я показываю, как меняю название сектора на свое. Видим, наш сектор создан с нашим именем, которое мы ему прописали. Теперь создаем ворота для того, чтобы соединить этот сектор.
Проверяем то, что мы прописали. Теперь нам надо прописать координаты сектора, для того, чтобы он отображался в игре. Делаем привязку к сектору. На этом все.